Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с притчами. Лама и умирающий. Тибетская притча. В тибетский дом, где человек находился при смерти, пришел лама и тут же прогнал прочь всех плачущих. Потом, обращаясь к умирающему, попросил его не сопротивляться, отрешиться от того, что он оставляет в этом мире, от людей, к которым он был привязан. Все связи вот-вот оборвутся, все станет пустым, как безоблачное небо. Зачем же противиться этому? Пусть все идет своим чередом, о благородный рожденный, сказал ему лама. Главный свет движется тебе навстречу, слейся же с ним. Иди своей дорогой, о благородный рожденный, и не противься тому, что должно случиться. Вот такая притча, тибетская притча, она называется «Лама и умирающий». Пока-пока, до свидания.